10 июня 2022 года открыт новый международный транспортный коридор между Россией и Китаем через мостовой переход в районе городов Благовещенск, Хэйхэ. Для удобства проезда транспорта работает система интеллектуальной электронной очереди. Для вашего удобства и планирования времени въезда в автомобильный пункт пропуска заранее зарегистрируйтесь на сайте amurbooking.com и забронируйте время проезда. Прибыв к въезду на территорию ТЛТ «Каникурган», система интеллектуальной очереди автоматически считает номер транспортного средства, и в случае предварительной регистрации информация о времени проезда появится на электронном табло. В случае, если вы не проходили регистрацию или пропустили время проезда, вам будет предложено осуществить бронирование в терминале ТЛТ «Каникурган» на территории сервисной зоны ожидания. После приглашения системой интеллектуальной очереди к выезду проследуйте к пункту взимания платы и далее к пункту пропуска, согласно информации на табло, соблюдая правила дорожного движения. На пункте взимания платы вносится плата за проезд через мостовой переход. Пропуск транспорта возможен по четырем полосам взимания платы. Доступна оплата проезда наличными в рублях РФ и безналичная оплата банковскими картами систем Visa, MasterCard, UnionPay, MIR. В пункте пропуска контрольные процедуры проводятся сотрудниками государственных контрольных органов. Следуйте инструкциям на территории МАП. Приготовьте документы для прохождения всех видов контроля в пункте пропуска «Каникурган». Виды контроля обязательны для прохождения в пункте пропуска: пограничный, таможенный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарно-карантинный, транспортный. На территории автомобильного пункта пропуска следуйте инструкциям сотрудников государственных контрольных органов. После прохождения контроля следуйте на ТЛТ «Каникурган» для завершения процедуры таможенного прибытия или оформления таможенного транзита. Таможенно-логистический терминал «Каникурган» предоставляет услуги по таможенному оформлению. После прохождения таможенных процедур транспортное средство с грузом может проследовать к получателю в Российскую Федерацию. Свободный транспорт из Китая должен забронировать время прибытия на МАП и направиться в сервисную зону ожидания для последующего проезда через мостовой переход в районе городов Благовещенск, Хэйхэ. С подробной информацией о логистической инфраструктуре мостового перехода в районе городов Благовещенск, Хэйхэ можно ознакомиться на сайтах.